Год дети учились, пополняли багаж знаний, и вот пришло лето. Время, когда ребенку необходимо хорошо отдохнуть и набраться сил для новых свершений. Но не у всех детей есть возможность насыщенно провести каникулы. Поэтому представители народной дружины решили сделать детям из социально незащищенных семей настоящие познавательные каникулы. На этот раз дорога лежала в Национальный конный парк «Русь». Очередная экскурсия проходит в городе мастеров. Данное мероприятие проходит в рамках программы «Финхолком групп детям». Финхолком группу возглавляет Юлия Анатольевна Зедина, и она уделяет особое внимание развитию социальных проектов на территории Московской области. Национальный конный парк «Русь» основан президентом Национального фонда Святого Трифона Мальчевским Анджеем Рышардовичем. И благотворительные акции, которые проходят на территории парка, это его особая гордость. В городе мастеров расположено несколько отдельно стоящих домиков, где находятся различные мастерские. Гончарная, кузница, дом рукоделия, пекарня. И это лишь часть, всего их 8. И каждый предлагает несколько мастер-классов. Дети видят, что ремесло, оно очень интересное и оно привлекает. Тем более, что здесь, в парке «Русь», мы продвигаем именно традиционные русские ремесла. Сначала ребят с обзорной экскурсии провели по всем домам, а после им было предложено выбрать один из 2 мастер-классов. Рукоделие, на нем дети мастерили игрушки собственными руками. Пекарня, здесь можно было художественно расписать имбирный пряник. Я ехать не хотела. Меня, можно сказать, заставили, но когда... Ну, последний вот этот дом пекаря, я уже поняла, что я была не права, когда отказывалась. Мне очень понравились все вот эти дома. Город мастеров в парке «Русь» уникален. На территории Ленинского района больше нет мест, где было бы собрано такое количество кружков. Возможность сделать что-то своими руками позволяет развить у ребенка творческий потенциал. Приобщение к нашим корням, к нашим традициям, умение расслабиться, развлечься вне телевизора, вне компьютера, вне игрушек. Дети немножко зажаты мегаполисом, дети не звучат, не двигаются, боятся. Раскрепощаемся. Впечатления, которые дети получили от посещения города мастеров, непередаваемы. Выходя из парка с пряниками, расписанными цветной глазурью, или с подделками, сделанными своими руками, ребята светились от счастья. Экскурсия в Национальный конный парк «Русь» непременно станет для них одним из самых запоминающихся моментов лета. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.